Мы сейчас приплыли на Птичий остров. Так он называется. Здесь люди не живут, но живут змеи и живут ящерицы. Сказали, что змеи какой-то очень редкий вид. Но они боятся людей и не выползают. Так что, надеюсь, мы дойдем живы и невредимы. Ну, вот видите, сооружения тут такие построили для пати. А вот змея как выглядит. Также экскурсовод нам сказал, что вот эти столики, которые поставили, их тут несколько по острову, поставили люди приплывать, чтобы на яхтах, на катерах, и отдыхать здесь. И очень много побросали пищевых отходов. Это было несколько лет назад. Развелись крысы на острове. Прям большое количество крыс. Потом пришлось приезжать специальной команде, которые травили их, ставили клетки с ядом, чтобы извести крыс с острова. Сейчас крыс нет. Но в то же время ввели штрафы за то, чтобы не бросать пищевые отходы, только не понимаю, кто это контролирует. Потому что тут не души. Ну, может, приплывают на лодке какие-то специальные природоохранные службы и выписывают тикеты. То есть штрафные квитанции. Очень красивый вид. Мы ползем в гору. На самом деле мы с Ирой тут только два человека, кто говорит по-русски. Остальные все говорят только на английском языке. В основном американцы и англичане. В связи с тем, что это была английская колония бывшая, англичане по старинке сюда приезжают отдыхать. Потом мы встречали несколько людей из Лондона, из Ливерпуля. Есть прямой рейс прямо из Лондона на Антигуа. Да, вид реально очень красивый. Что там? Вот это пещера. Голубая дыра. Голубая дыра. Опасно. Сейчас посмотрим, что там. Ой. Опасно, Действительно. Вау, красиво. Интересно. Главное не спотыкнуться и не упасть в эту дыру. А то канал Русская Америка больше не будет. Аккуратно там ходи. Что это, lizard? Yeah.